В предыдущем видео я рассказывал, как объединить несколько объектов в один меш. Если ты его не видел, настоятельно рекомендую это все посмотреть. Если что, ссылочка будет в описании или закреплена в комментариях, а также в конце данного ролика. И сегодня, думаю, не лишним будет показать, как сгруппировать объекты, но без их физического объединения. Показывать буду на примере вот такого персонажа. Как видите, он состоит из ряда подобъектов отдельных или отдельных частей. И чтобы их сгруппировать, нам нужно перейти в менеджер объектов, выделить это все добро, правый клик и ищем здесь команду Group Objects. Обратите внимание на горячую клавишу Alt-G. Как видите, все сгруппировалось в 1.0 объект. Отменю действие и, выбрав все эти объекты, буду использовать Hotkey Alt-G. Таким образом, вы можете более быстро и эффективно объединять объекты. Потому знать вот такие базовые хоткеи – это просто must-have для любого 3D-артиста. Данный 0 объект мы можем переименовать так, как нам заблагорассудится. Я подпишу это как викинг. И обратите внимание, что такой группой очень удобно манипулировать и производить какие-то другие дополнительные действия. Если данный туториал для тебя был полезен, не забудь подписаться на канал, черкнуть какой-то комментарий, ведь здесь уже есть что посмотреть, ну а дальше будет еще много интересных роликов.